23 февраля на легендарной арене MGM Grand Дуонтей Уайлдер будет защищать свой чемпионский титул по версии WBC в бою с Тайсоном Фьюри. Долгожданный реванш и, возможно, крупнейший поединок в супертяжелом весе. Первый бой настолько прогремел, что вышел за рамки боксерской аудитории. Многие фанаты ММА в ожидании повторного боя, а на просторах ММА пабликов выкладываются различные материалы, посвященные этому противостоянию. В общем, событие просто огромное. Многое в дивизионе будет зависеть от результата поединка. Сначала хотелось бы поделиться мыслями о том, что произошло в первый раз. Тогда все мы увидели, что Фьюри способен перебоксировать Дуонтея. Он был более мастеровитым, подвижным, а его защитные навыки, включая рефлексы, были почти идеальны на протяжении всего боя, за исключением двух раз, когда он упал в нокдауны. Тайсон лучше как боксер, но не все так просто. Дуонтей в очередной раз тогда дал напомнить, что в его руках настоящий динамит. Хоть он и не смог нокаутировать Фьюри, это не означает, что Уайлдер не сможет этого сделать в этот раз. И в этом действительно есть интрига. Это потрясающее противостояние стилей. Но перед вторым боем расклад немного другой, что вводит фанатов бокса вроде меня в негодование. Фьюри сменил тренера и подходит к реваншу с более тяжелым весом, ссылаясь на то, что он собирается выйти за досрочной победой. Вся его команда твердят: мы хотим нокаутировать Уайлдера. Это все может быть пустой болтовней. Но если нет, то это порождает огромное сомнение в перспективах Тайсона в повторном поединке. Мы все видели, что он может побеждать Дуонтея по очкам, но пытаться нокаутировать Уайлдера, не имея равнозначной мощи в руках, это странное решение, которое может привести цыганского короля к огромным неприятностям, особенно если учесть, что в последнем бою у него образовалась большая сечка, которая вполне способна скрыться в это воскресенье. Итак, немного поделился с вами своими мыслями. А теперь перейдем к стилям. Дуонтей – боксер, у которого есть определенные проблемы в технике, но компенсирует это все он своей физической мощью. Он быстр, вынослив и очень тяжело бьет, но занижать его уровень нельзя, ведь на одной мощи далеко не уедешь. Как минимум, у Уайлдера хорошее представление о происходящем на ринге, хорошее понимание самого бокса. У него есть чуйка, когда и куда нужно нанести удар. Да, может боксировать как Фьюри он не способен, но это ему и не нужно. Дуонтей совсем другого типажа боец. Тайсон же, судя по всему, по жизни всегда будет идти в статусе темной лошадки. Многим он кажется корявым и неуклюжим толстяком, что местами, конечно, правда, но это не заберет у Фьюри его достоинств. Очень быстрые руки, ноги, многосерийность и боксерский IQ. Как бы местами смешно он не выглядел, но он настоящая элита супертяжелого веса. Многие открыли на это глаза после первого поединка, но до этого момента еще были те, кто не воспринимал его всерьез. А не воспринимать всерьез его нельзя. Фьюри максимально хорош на дальней дистанции. Его джебы и двойки со смещениями в сторону наилучшим образом не дают соперникам чувствовать себя комфортно. Даже сам Дуонтей терялся, осознавая свою неспособность нанести ущерб Фьюри в первой половине боя. Терялся Уайлдер из-за роста Тайсона. Да, размеры Фьюри доставили немало проблем чемпиону. Посмотрим, как это скажется во втором бою. Формулировка «Уайлдер нокаутом» или «Фьюри по очкам» звучит правдиво и логично. Но черт его знает, что будет происходить там, на ринге, в это воскресенье. Если Фьюри пойдет за нокаутом, будет делить с Уайлдером центр ринга, то нас ожидает невероятное зрелище. Но, скорее всего, недолгое, как отметил сам Дуонтей. Единственный реальный шанс победить для Тайсона – работать как первый раз, довести тактику до совершенства, не заигрываться и не отвлекаться. Но Дуонтей все равно будет опасен в любом случае и в любом раунде. Попадет ли Уайлдер или нет, уйдет ли Фьюри или нет – такой ряд вопросов я вижу перед предстоящим боем. Моим фаворитом является Тайсон, но ставить против Уайлдера глупо, ибо все может решить одно мгновение. Главное не моргать во время поединка, а то можете все пропустить.